И продолжаем. Продолжаем. Вайпнулся я на волках. Нужно было отлучиться. На 5 минут. Ух! Давай, давай, Геральт, беги, беги, беги! Тут придется покрутиться, конечно. Придется покрутиться. Ах, сейчас походу опять загрызут. Так. Фух, ну этих с этими разобрался. Перезагрузка, после перезагрузки же автоматом. Так, подножный корм. Весьма кстати. Печень волка и сырое мясо. После перезагрузки у нас, у меня вернее всегда, автоматический бег включается. Еще один волчонок недобитый. Так, и что тут? Ведьмак? Кат-сцена пошла. Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить. Перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Я дам тебе 2 раза постолько, сколько обещал Неллин. Только скажи ему, что Ганна умерла. Ты не хочешь знать, что с ней стало? Мне незачем себя обманывать, ведьмак. Здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Неллин примирился с этим и начал жить заново. Нет, подруга, что-то ты тут темнишь. И мне кажется, ты ее убила, либо что-то с ней сделала, для того, чтобы заполучить ее мужа. Нет. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца. Но это мы в конце расследования посмотрим. Нет ли у нас сердца, или это ты завела свою сестру куда-то и просто ради того, чтобы заполучить ее мужа. Это мы в конце расследования, сестренка, увидим. Как-то ты уж... Яра и деньги готова заплатить, лишь бы я прекратил поиски. Это что-то подозрительное. Мне просто на самом деле реально, да, вот если бы она не пришла, ну, как бы понятно, расследование, расследование, а тут уже
Мне самому даже стало интересно, с чего это вдруг сестра не желает, чтобы я продолжал расследование и даже готова заплатить за то, чтобы я это расследование бросил. Непорядок. Ага, вот. Следы когтей очень глубокие. Следы когтей, волколак. Неужели сестра у нее стала волколаком? Это, скорее всего, сделал не человек. Раны резаны, как от длинных когтей. Здесь куски мяса. Судя по всему, сестренка-то у нее стала волколаком. Судя по всему, сестренка у нее стала волколаком. Должно быть, это Гана. Буквально разорвал ее на куски. Повсюду кровь. Точно волколак. Может быть, на чеку. Либо сестра сама стала волколаком, и поэтому она не хотела, чтобы я продолжал. Ну, если сестра признается, что она волколак, и скажет, что не убивай меня, ну, я оставлю ей жизнь. Кровь и следы лап. Интересно, куда они меня приведут? Надо сохраняться почаще, потому что если он сейчас... Зараза. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? Интересно. Нет, все равно круто, конечно. Каждое расследование не похоже на предыдущее, поэтому... Естественно, наскучить такое не может. Это кто у нас, Мишка, что ли? А нет, это камень. Каждое расследование серьезно не похоже на предыдущее, а значит... И наскучить это не... Может, во всяком случае, пока что. Что-то ничего я не вижу. Никаких следов. Ну вот, но эти следы я осматривал уже. Эти следы я уже осмотрел. Забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? Да, а, вот, вот. Вот шерсти. Да, не мылась эта тварь уже очень давно. Вот. И след теперь ведет туда. Складывается у меня впечатление, что сестренка превратилась в волколака.
Поэтому-то она и хочет, чтобы я прекратил расследование. Ну, я говорю, если сестра как бы нормально попросит, там, не будет угрожать, скажет, что не рассказывай, что я волколак, то, наверное, я, может быть, и подпишусь на это, посмотрим. Бегом, что ли? А, он с ведьмачьим чутьем бегом-то не бегает, Геральт. Рычание я слышу отсюда. Блин, как бы сейчас не пришлось с волколаком биться, я как-то вообще к этому не готов. Ни разу причем. Мужская одежда. Разорвано, но следов крови не видно. Зачем сдирать одежду и бросать ее в лесу? Да, ну и дорога у нас ведет, видите, ведет, вернее. К деревне. Я слышу, там вон кто-то скулит. Только я не пойму, кто это. Похоже на охотничью стоянку. А, это медведь. Ах ты, падла, задел, а? Не успел я отпрыгнуть. С медведем каждый бой насмерть уже идет. Главное перед ним не стоять. Главное не стоять перед медведем. Хотя у нее площадь такая, я пробовал на альт отходить. На альт Геральт не успевает от него отходить. У него там площадь просто наиогромнейшая у медведя. Ну, заколбашу я его сейчас все равно. Похоже на охотничью стоянку. Сука, а, все равно попал. Блять, он тебе
Я бля, кусает он, что ли? Я даже удар не заметил. Просто и все, он кусает, что ли. Потому что когда лапой-то он бьет, видно, а... Может попробовать его не поджигать, а глушить. Там арбалет ему вообще ничего не снимает. Там с арбалета, когда в него стреляешь, вообще. А убивать его надо, потому что иначе... Опять же, да, два раза вайп, ты третий раз хлоп-хлоп и в дамках. А два раза чистый вайп. Естественно, обносим сразу хату. Ничем не брезгуем. О, арбалет, предмет мастера. Чертеж, разрывной болт. Заметки. Интересно, кто их писал. Закрыто, нужен ключ. Так. И заметки. Надо бы сразу же прочитать заметки. Я тот, кто я есть, это я этого я изменить не в силах. Рубахи, сотканные из собачьей петрушки, и эликсиры из слез девственницы помогают в бабушкиных сказках, но мне они не помогут. Пора с этим смириться. Любовь Ганны и железная дисциплина дают результаты. Главное не забывать прятаться в лесу перед восходом полной луны, уйти как можно дальше от людей, подальше от Ганны. Это, видимо, ее муж волковак. Приступы приходят и уходят, я прихожу в себя с израненными руками и вкусом крови во рту. Ничего не помню, может быть, оно и к лучшему. Убивая добычу стрелой из лука, это одно, а рвать ее клыками и когтями. Но здесь, глубоко в лесной чаще, я не причиняю вреда людям. Милостивая Милителя, береги заблудившихся в этом лесу. Но это ее муж. Судя по всему, волколак. И судя по всему, он и не помнит, как он убил свою жену. Так, найти логово. А я только что нашел.
Так, на всякий пожарный. А, вот, наверное. Кровь едва высохла, его сюда притащили. Интересно, откуда? Там кто у нас бродит? Так, ладно, я единственный, я говорю, я боюсь, что здесь монстры могут в спину зайти. Мне как-то этого совершенно не хочется. Так, чё, кошку юзать надо? Или пока нормально? Пока вроде нормально. Ой-ой-ой, волколак, его серебряным мечом нужно колбасить. И не готов я сейчас с волколаком встретиться. Во-первых, я не знаю, как его убивать. Ну-ну-ну, блин, Геральт еще до кучи... Нет, но волколака я не завалю, конечно, сейчас. Волколака я, конечно, не завалю. Сейчас помедитирую. Так, во-первых, бестиарий. Волк, медведь, собака, гибриды. Грифон, огры, накер, духи и призраки. Но у меня даже по волколаку нету еще до кучи никакой информации. Я его попросту сейчас не одолею. Попробовать, конечно, можно. Попытка, как говорится, не пытка, но... Причем, мне кажется, нужно Ирденом, он же резкий, как понос. Нужно его тормозить будет. Не будет, а вернее... Блин, а я куда и иду-то? Геральт, назад! Назад! Надо же отожраться сначала. Надо отожраться, потом уже куда-то идти. А я куда-то... Ломанулся уже. Но отожраться, как бы это сильно я сказал. Но, скорее всего, что я его не завалю. Но попробовать-то можно. Попробовать можно. Но нужно готовиться. Нужно, конечно, масло. Нужна информация. Thank you.
Да не, так дохлый номер. Во-первых, нужно волков зачистить сначала. Я смотрю, что-то этот круг его как-то особо-то и не тормозит. Нет, нужно масло, нужно зачищать. Сейчас еще раз я попробую с кошкой. Тут самое интересное, что волков нужно убивать с помощью простого меча, а волколака нужно убивать с помощью серебряного меча. И по волкам урон не проходит. Что мне тут? Опять Search Protect ссаный. Устраивает сюрпризы. Вот посмотрите, опять Геральт просто убрал меч в ножны. Ну что вот это, ребята, такое? Ну опять Геральт после того, как я бросил бомбу, убрал меч в ножны. Бегут на меня волки. Геральт их встречает с голыми кулаками. Ну как это, блядь? Ну серьезно, как разработчики вот это вот делали? Как они вот этому моменту, я не понимаю, что уделяли какое-то внимание и еще что-то. Ну как так? Вот бросаю бомбу, и Геральт убирает после этого меч, на меня бегут волки. Ребята, ну что же это за бредятина такая конченная, полная? Сейчас еще раз пробую, и все. Если нет, то значит нет. Ну на самом деле, ну как такое может быть? Просто ни с того ни с сего хлоп, и Геральт убирает меч. Ну что хоть за ерунда-то? Так. Ну
он сейчас каких-нибудь, знаете ли, суперспособностей не включил. Куда ж ты побежал-то? Он отхиливается. Он отхиливается. Ах ты, меня зажали волки. Блин, вот как-то они отхиливаются. На основании чего, я не понимаю. Вот опять он выхиливается. Он выхиливается. Блять, он выхиливается. Нет, ладно, здесь я загружаю сохранение, но здесь делать... Здесь пока что делать нечего. Загружаю сохранение я, и уважаемые подписчики, зрители канала YouTube, на этом эту серию я заканчиваю. Пока что с волковаком, ну, сами видите, он выхиливается, это во-первых. Во-вторых, там ему помогают волки, когда заходишь вглубь логова. Нужную броню полов. Когда я его вытащил в коридор, все было хорошо. Но потом он убежал, начал выхиливаться, и все. На основании чего они выхиливаются, я не понимаю. Поэтому пока что с волколаком я завязываю. Ну, что тут, дохлый номер. Тут можно часов 5-6 с ним долбиться и не задолбить. А можно с первого раза задолбить. Раз на раз не приходится, поэтому я лучше пока что качнусь. Немножечко качнусь, может быть, броню прикуплю себе получше. Где логово волколака, я теперь знаю. И увидимся совсем скоро в суровом мире Ведьмака. И всем пока.